она работает, все, но она просто теперь не держит телефон. Короче, все очень здорово, классно, и мне придется покупать новую лампу. Приветики, привет, Днепра, привет. Короче, это очень не круто. Мне придется покупать теперь новую лампу. Я и так думала новую лампу купить, но типа, но надобности особо не было. Я просто хотела цветное, а теперь надобность есть, потому что она просто не держит телефон. Вот. Всем здравствуйте, всем привет. Пожалуйста, не спамьте свои карты. Как ваши дела? Чем занимаетесь? Рассказывайте. У меня опять заканчивается одноразка, хотя я уже зарядила ее. Ну, типа, ее можно заряжать, и я ее уже зарядила, а она все равно заканчивается. Я по вкусу чувствую, что еще, наверное, тяг 20, и все. Это прям... Это даже добро, красава. Да, пипец красава, это ужас. Ну, типа, серьезно, вот, ну, вот так вот перед стримом, точнее, во время стрима, можно даже сказать, я сломала лампу. Ну, это типа, жестко. Я просто отломала, поняли? Вот эту вот штучку. Ну, типа, ее можно как бы гаечным ключом открутить, да? Но гаечный ключ у меня где-то там, я ими особо пользоваться не умею. И, короче, это жестко, это тяжело. Вот, и там просто болтик, который, знаете, вот типа фиксирует лампу, на каком уровне ей держаться. Я ее сломала. И теперь там нет той штучки, которая типа фиксирует эту штуку. Ну, типа, фиксирует лампу саму. Это тяжело, это сложно. Вот. Я теперь не знаю, что делать. Мне придется реально, походу, покупать новую лампу. И придется опять отваливать косарь или больше на лампу. Мне что, деньги куда девать, чтобы лампу покупать? Паук. Прям под телефоном. Охуеть. И что мне делать? Прямо под телефоном паук. Я даже не трону телефон, потому что я не боюсь пауков. Ну, извините, мужчина, вы ничего не перепутали? Девушка, вы. А, кстати, я никогда не убиваю, кстати, пауков. Ну, типа, я когда вижу дома паука, я его всегда или просто оставляю, или же просто выкидываю на улицу, знаете, там, типа, какую-нибудь коробочку просто закрываю и выкидываю. А, вот. Давай. А, вот, и меня посадят. Как бы. Ну, спасибо. Пожалуйста, спасибо, пожалуйста. Ну, опять солнце вышло, опять освещение крутое, блин. Я так хочу поснимать ТикТок, сейчас такое классное освещение, и мне так нравится, как я выгляжу, а я не знаю, на какую тему снять и что мне снять. Вот знаете, вот есть настроение прям жесткое поснимать ТикТок. Я не говорю свой возраст в ТикТоке. Вот, я вот, знаете, вот уже имею жесткое желание поснимать, но я не знаю, что снимать, я не знаю, что снять просто. Типа, ну это тяжело, это жестко. Я когда снимаю один ТикТок, у меня на один ролик уходит, наверное, минут 20. Это на один. Серьезно, я без шуток говорю, потому что я переснимаю его миллион раз, мне там что-то не нравится, мне не нравится освещение, мне не нравится там одно какое-то мое движение, не нравится там, я не знаю, мой глаз, моя бровя, зуб, я не знаю, губа. Короче, ну это типа, это тяжело, знаете, это тяжело. Угу. Серьезно. Кстати, пожалуйста, не забывайте тыкать по экранчику, потому что это правда важно. Как ваши делишки? Чем занимаетесь вообще? Рассказывайте. А то вы, блин, заходите все и молчите. Я не знаю, блин, что вам интересно, и вы мне ж ничего не пишете. Красавица, привет, спасибо большое. Вот. Ну, это тяжело. Тяжело. Вот, когда они просто вымрут, все, просто все, я не знаю, ну, господи, сколько можно. Большое, мистер инвестор, спасибо.
Спасибо тебе большое за коронку, котик. Первый большой подарочек за трансляцию. Спасибо. Хотя только запустила. Спасибо тебе огромное. Как ваши делишки? Чем занимаетесь? Кто откуда? Рассказывайте мне. Все, рассказывайте. Кстати, я немножко приболела, у меня голос охренел, я кашляю постоянно. Хотя я не хочу лечиться. Я постоянно, когда я болею, я не лечусь. Ни больницы. Я ненавижу ни больницы, ни лечиться. Вот просто. Я это терпеть. Я, блин, если болею, то это надо. Я не хочу, я ненавижу таблетки. Я все ненавижу. Докторов ненавижу. Больницы ненавижу. Все ненавижу. Какой я ужасный человек. Прикиньте, я все ненавижу. Это жесть, это жестко. Бля, девочки, вы упали. Одну секунду шоколадки. Временные шоколадки.